всем привет! Находимся на Крестовском острове, 8 октября. Сегодня здесь проходит Кубок губернатора по бегу, 4-й этап. Заключительный 4-й этап. Погодка, дождь со снегом. В общем, все как мы любим. Ну и пробираемся на старт. И будем уже стартовать. Что, ребяточки, давайте посмотрим на этот дождливый, мокрый старт. Надеюсь, он будет для нас успешным, и все покажут отличные результаты. Андрюха сегодня бежит на первое место, он признался мне честно. Если что-то не так, простите, мои двери открыты, для всех выходите. Финишная суета, все рады, все знакомы, все спортсмены. В общем, завершаем этот спортивный день, а то есть спортивное утро, вот на такой вот позитивной ноте. В общем, было здорово, отличные медали, все 4 этапа мы собрали, и это не может не радовать. В общем, счастья нам и позитив. Все, ребяточки, до новых встреч, не забывайте подписываться на канал «Бегущий человек». Все, увидимся.